Дяди, тети, здрасте. По просьбе одного из подписчика, как настроить вот этот вот мониторчик, как бортовой компьютер он или что-то в этом роде. Там часы, температура. И, например, в нашем случае это он может показывать, например, какой расход топлива у вас идет на 100 километров. Потом это сколько вы проехали километров с момента сброса, когда, например, я меняю масло, сбрасываю. Потом сколько 11,2 расход на 100 километров, как по городу гоняю. Это показывает средняя скорость, средняя скорость, поэтому высчитываю и меняю масло. Потом время и дата, вернее дата, сколько осталось в баке до заправки следующей, приблизительно. И все обратно по кругу. Это все клацается вот этой кнопочкой. То есть я меняю и смотрю, что мне надо. Потом следующий момент — это как настроить, например, часы. Есть тут меню, тибю, нажимаем меню и ищем нажимаю окей, и уже я минуты могу выставить. Вниз, вверх я выбираю, минуты, часы. То есть вот так: месяц, день, год, какие 12-часовые или 24-часовые у вас будет показывать. И выйти, когда настроили, выйти, например, два раза нажать, и пыл полностью вышли. А чтобы сбросить, когда там аккумулятор отключили, у вас часы сбрасываются. То есть легко настраивается. Вот так вот. Как-то так. Тут кнопочек нету. Есть такие, как заглушка. Там пока настроек нет. Есть модели, где настройки там есть. Это я пока не пробовал. Всем хорошего, всего наилучшего, всем хорошего настроения, и там не болейте. До свидания. И по скриптум забыл же сказать по поводу сбросить вот эти все показания, сколько машина проехала после замены масла, вот этот вот расход, который она вам считала на протяжении этого времени. Просто нажимаете, удерживаете эту кнопку, и тогда у вас полный сброс идет, и все заново считается, и средняя скорость, и километраж, который вы проехали, расход топлива, потому что у вас, например, посчитало за этот период там и средняя скорость тоже сбрасывается. Она начинает считать сначала. Как-то так. Теперь точно всем пока. Надеюсь, ответил на вопрос. Наверное, на все ответил. Если будут еще вопросы, обращайтесь. До свидания. Там у кого-то выпал ящик. Ты засмотрелся туда. Все, всем пока. Не болейте.